Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми продовжуємо говорити про проблеми транспортних пасажирських перевезень у Дніпрі. Ну, до речі, не лише в Дніпрі, тому що та ситуація, яка складається у нас, вона, в принципі, характерна для будь-якого міста. Ну, і поговоримо про перспективу підвищення ціни на проїзд. Вчора у нас були представники перевізників, власне, які обґрунтували економічну необхідність такого підвищення. А сьогодні у нас в студії власне, представник і очільник відповідальної структури, від якої залежить, чи буде це підвищення, чи не буде цього підвищення, а якщо воно буде, то коли і в яких розмірах. От про це ми сьогодні будемо говорити з директором департаменту транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради Ігорем Маковцем. Вітаю вас, пане Ігорю. Здравствуйте вас. Пане Ігорю, от для початку ми поговоримо зараз про підвищення, але я от кожного разу, коли ми обговорюємо транспортну проблему, і вже не перший рік я задавав це питання і перевізникам, і активістам, і вашим попереднікам. І, чесно кажучи, на нього досі от якоїсь чіткої відповіді не почув. Я адресую це питання вам. Вчора я задавав це питання і теж, чесно кажучи, не почув чіткої відповіді. Скажіть, будь ласка, от мені здається, і я в цьому переконаний, що от сьогодні ми будемо говорити про підвищення, через певний час, ну, стрибне ще якась ціна на пальне, знову будемо говорити про підвищення. Але якщо говорити про систему пасажирських перевезень в цілому, мені здається, що вся проблема криється в тому, що вона, система оплати за проїзд, у нас, от як вона закладалась 20 років тому, так і досі вона залишається непрозорою. В результаті ми не знаємо ні чіткого обігу і обсягу коштів, ні, власне, кількості пасажирів, яких можна елементарно порахувати там за квитками і розуміти нашу економіку. От чи згодні ви з цим? Ну, ваші думки, если вы говорите о системе нововведений, то есть мы все сейчас очень бурно обсуждаем процесс электронного билета, да, то при внедрении системы электронного билета, конечно, все будет гораздо проще. Угу. То есть да, действительно, там есть ряд этих плюсовых моментов. То есть действительно мы четко будем понимать, какой пассажир двигается в транспортном средстве, количество этих пассажиров в транспортном средстве, и эта электронная система будет давать общую картину передвижений, образно, людей от микрорайона до микрорайона, и на основании этих цифр можно принимать управленческие решения. То есть либо доставлять класс подвижного состава, либо убирать угу. класс, количество графиков и так далее и тому подобное. То есть действительно на данный момент, ну, посчитать с точностью до, там, я не знаю, процента 0,1 погрешности, это невозможно. То есть действительно при производстве каких-либо исследований в данном случае мы будем иметь какой-то процент погрешности. Говорить о каком проценте, то есть, ну, это сложно. Мы, когда производили исследование, закладывали 4-5% при помощи Винницкого национального университета. То есть говорить об общей картине, о глобальной картине при таком проценте погрешности, ну, объективно и можно основываться на этих данных. Говорить, что точно это вот 100%, мы не имеем права. А скажіть, будь ласка, от ця тема, яка на слуху у всіх, всі про це говорять або в усякому разі підозрюють, є у нас чорний нал в системі перевезень, от в розрахунки за маршрутки, ну, скажімо, та певна якась сума, яка, смотрите, не доходить до каси. Давайте определимся в понятии чорного да. нала, що ви Тому що нал, взагалі, у нас він як такий... Он есть, да, то есть существует. Ну, давайте продолжим же систему, да, то есть если вводится система электронного билета, то сам перевозчик, как выполнитель работ, да, подрядчик образно, он вообще тогда не будет связан с оплатой проезда. То есть тогда должна сформироваться какая-то отдельная управляющая, ну, мнимая компания, mm-hmm. понятно, я, ну, по моему мнению, это должна быть коммунальная mm-hmm. компания, mm-hmm. да, и она будет принимать платежи, так как принимаются коммунальные платежи за электроэнергию, ну, электроэнергия не коммунальная, да, там, за тепло, допустим, да, за тепло в коммунальное предприятие, таким же образом будет приниматься плата за проезд в коммунальное предприятие. Чисто, а перевозчик, открыто... Да, то есть просто адекватно. А перевозчик будет получать
финансирование в конце месяца, ну, неважно, отчетного какого-то периода. Так хоть уже дать. Да, отчетного периода, как там договор построится. Но при этом он будет получать просто за выполненную перевозочную работу. То есть образно он имеет определенный класс автобуса, да, и едет он что, на определенное расстояние. Просчитывается вот эта экономика, плюс ему там заработать, и все, его не будет интересовать, кого он везет, то есть льготник этот пассажир, не льготник этот пассажир, его не будет интересовать, сливают они солярку, не сливают солярку, убрались вообще наличные деньги от передачи платы за проезд, что мы говорим, отвлекает водителя, да, дополнительно нарушая безопасность движения. То есть, говоря об этом, что там образно доводится до автоматизма, но не доводится. То есть существует определенная грань количества операций у человека, которая все равно выполняется функцией и обрабатывается мозгом. Чем больше этих операций, тем больше мозг забит в заполнение этих вещей, а не вниманием по дороге и остановке на транспорте. А скажите, когда это наступит, это светлое будущее с электронным квитком? Ну, мы в это верим. Мы в этом верим. Буквально сегодня были переговоры. Мы пытаемся сдвинуть эту махину, потому что махина достаточно тяжелая, там есть и недостатки. Перевізники протидії? Мені, до речі, здається, що навіть пасажири не зацікавлені в цьому. Із-за того, що це новшество, наша бюрократія, наша система законодательная, которой мы уже имеем определенные законные и подзаконные акты, которые противоречат друг другу, а тут выдается еще один акт, который вообще новшество идет. И как это увязать, чтобы потом образно после внедрения этой системы чиновники, либо ответственные люди, которые подписывали за это внедрение, потом не оказались в местах столь отдаленных, вы понимаете, можно, да? Вообще без проблем. Ну, смотрите, допустим, момент разницы тарифа. Разницы тарифа. Вот если мы про тарифы разговариваем, нужно стимулировать, чтобы пассажир оплачивал или финансировал эту карточку транспортную, да, вне транспортного средства. Как его стимулируют? На месте, ну как это в мире стимулируется, когда вы покупаете билет непосредственно в автобусе, он стоит гораздо дороже, чем вы купили это извне, там при помощи каких-то электронных терминалов. Гораздо дороже, не на 2, это 3 копейки, а гораздо, то есть это в разы дороже получается. Так. Как обосновать, что, допустим, покупая билет у водителя, он стоит там 15 гривен, а покупая билет, пополняя изначально где-либо в терминале, он будет стоить 7 гривен. Как это обосновать существующей нормативной базой? Потому что тарифы не считаются так, как вы их считаете. То есть есть определенные методики. Если написано 7 гривен, то это 7 гривен. Нет, они просчитывают. Я не об этом, что как они узаканиваются непосредственно решением там определенных исполнительных властей. Я имею в виду методика просчета экономики. Она утверждена. И утверждена законодательно. Как я отойду то, что на улице 7 гривен, да, а внутри 15 гривен? Что я могу только добавить? Могу добавить занятость водителя. Там это электронная база, да, то есть никто не работает. Можно добавить только работу, что тебя обслужил человек. Но извините меня, там не в два раза повышение, то есть 7 и 7, 10, да, там 10 копеек можно будет официально добавить. Знаете, навіть Бог з ним, ця різниця, там 7 і 15, навіть ті 6 гривень, що ми їх зараз оплачимо, от я як пасажир, якщо я оплатив, то я буду знати, що я, власне, оплатив за якість приїзду, а це не піде, вибачте, комусь на карман. Не знаєте. Не знаю. Не знаєте. А ви знаєте? Очень сложно это проследить. На самом деле, из-за того, что все автобусные перевозки у нас на самом деле осуществляют частные компании, то внутри компании они практически выходят на уровень, ну, абстрактных таких цифр, 90% они знают. Потому что крупные компании, они борются с этим черным налом, но ему не нужно. То есть есть властные компании, він вклав свои гроши, він закупив автобуси, він найняв водіїв, персонал, базу технічну, а водій що кладе ці гроші собі в карман. Ви зрозуміли?
То есть они с этим постоянно борются. Борются каким образом? Устанавливают видеокамеры. Некоторые, самый слабый такой рычаг влияния, это просто установить водителю план. Вы поняли? То есть то он смотрит примерно все твое. Нормально, да, то есть давай, сдавай план, вот, а все остальное, что хочешь, то и делай, образно. Но это приводит к тому, что день изо дня план меняется, ну, я не имею в виду план меняется, план одинаковый, а заработок на одной машине может варьироваться. То есть сегодня столько пассажиров перевел, завтра столько пассажиров. Здесь будет нарушаться график и режим работы, потому что если у него нехороший день, образно, да, он все равно должен дотянуть на плана, а потом еще и водитель должен думать, что он домой принесет. И он будет ездить и 12, и 13, и 14 часов потом за рулем, потому что он не может... И набывать пассажирів, як ви зрозуміли, да? То есть он не может этого делать. То есть отрицать этого нельзя. Вы поняли, что у нас существует определенный отток финансов и оседание этих финансов в карманах обслуживающего персонала. Вот так. Ну, у мене є таке, знаючи нашу практику, що і власники... З одного боку, якщо я власник ефективний, да, я, звісно, зацікавлений у розвитку свого підприємства, щоб було що вкладати. От. Але якщо я власник, який дбає про ту ж власну кишеню, то це ще один з методів поставити той же план, але неофіційний, да, чорний план. І просто поповнити якісь свої ресурси. Любой власник дбає про свою власну кишеню. На то оно и предприятие. Просто на без то, что, оподаткования? Смотрите, если касаться там, полного налогообложения, нагрузок на налогообложение, вы прекрасно знаете общую тенденцию в нашей стране. Что если образно вы заплатите все налоги, которые необходимо заплатить, то вы государству еще и должны. И все. Потом до тебя еще раз пройдут. А потом еще раз проверить, еще штрафы, потому что еще что-нибудь найдут, и еще раз должны. То есть мы не должны, да, это отрицать. Это так абстрактно, я имею в виду. Все зависит от уровень скрываемости этих налогообложений. Некоторые предприятия, они в принципе не хотят оформлять на себе обслуживающий персонал. Для того, чтобы не платить податок с физичных осіб. То есть это достаточно большие суммы денег. Либо оформляют на несуществующую зарплату, ну, образно оформляют минимальную, потом в конвертах. В конверте доплачивают. Ну, мы это не можем отрицать, это действительно есть, это есть в любой отрасли, в любом господарстве щодо нашей України. Ну, і тепер давайте перейдемо, власне, до теми, намалювали ми таку загальну картину, як у нас воно є. Тепер до теми підняття тарифів. Те, що до 30% там стрибнула ціна на дизельне пальне, зрозуміло. В принципі, я навіть не знаю, та нам собівартість вчора обґрунтували, можливо, ми до неї повернемось. Я до чого? Рішення вже виконкому міської ради прийнято про підвищення все ж таки ціни на тариф. І... Смотрите, я объясню ситуацию. На самом деле структуру принятия решения, любого решения в городском совете. Либо это решение сессии. В данном случае нам необходимо решение исполнительного комитета и выконкома. Есть определенный регламент, то есть есть определенная бюрократическая процедура для того, чтобы принять решение. То есть начинается это все... из-за подачи в департамент инициирующего письма с его обоснованием. Вид перевізника. Вид перевізника, конечно. То есть предприятие, оно инициирует повышение, потому что оно же ведет хозяйственную деятельность и понимает, что у меня проблемы с этим. Да, поднялись цены, да, то есть я вымушен тоже поднимать. То есть обратите власть на меня внимание. Каким образом? То есть идет инициирующее письмо с обґрунтуванням. Так. То есть это расчет экономического тарифа. То есть я вот одно принес. То есть это не просто, да, там образно 5 плюс 5. То есть это определенная методика. Она узаконена, она утверждена нормативными документами, по которой происходит расчет вартості тарифа. Ну, я скажу, после що чого? Вчора ці обрахунки були виходячи з такої ж методики, от дуже схожий лист був. Просто я упростив, щоб було глядачам зрозуміло. Ну, навіть в этом отношении, да, в этом отношении, то есть мы имеем определенные вещи.
После этого департамент проверяет эти расчеты. То есть, если они имеют место быть, да, нет ошибок, угу. нет явных какого-то подвоха, угу. вот, тогда департамент пишет инициирующее письмо мэру, для того, чтобы он дал распоряжение на подготовку решения. То есть получается такое, дайте мне приказ. Просишь, тому що ось, тебя... а, да. До речі, у нас 19 перевізників, якщо не помиляюсь. 19 на даний момент. Це всі 19 вам написали ось таку? Ну, вони постійно мені пишуть, коли, ага, да, коли происходят какие-либо колебания, угу. и даже не происходят никакие колебания, все равно на всякий случай пишут. Вот, то есть все зависит от объективности. Если мы видим, что это объективно, тогда мы не имеем права. Ну, цену на соляру мы бачимо всі, да, тому, то есть объективно. То есть по законодательству 10% изменений они имеют право требовать уже регулировку тарифа, вы поняли, да? То есть в данном случае вы увидели, какой процент произошел скачка цен. Идет, дайте мне приказ, вы поняли, да? Возвращается, подготовить проект решения. Готується проект рішення. Ну, непосередньо текст. Да. Ну, от у мене, до речі, так. Ну, це чуть-чуть другое. Це один із примерів. То есть, готується текст. Этот текст, после того, как подготовил специалист, его несет сначала к корректорам, чтобы помилки орфографічні устранить из этого текста. После этого несется отдел юридический. Его читают юристы, насколько он законен, насколько он имеет право быть. После этого заключения мы имеем право выложить его на официальный бланк выконком. И он там 20 дней... Вот мы выкладываем его на официальный бланк выконкому, и он оприлюднюється, розміщується на сайте, официальному сайте міської ради. И по регламенту 20 рабочих дней он должен выдержан быть. За эти 20 рабочих дней, если это решение исполкома, там есть обратный лист целых визировок, мы проходим инстанции визировок. Ну, одна из визировок, нужно пройти профильную депутатскую комиссию, она должна провизировать эту историю, там, управ делами и так далее, и так далее. И одной из последних визировок получить допуск до порядку денного виконкому. И вчера на виконкомі... И вот, да. Коли вы проходите цей ад бюрократии, ви маєте право подати на виконком, і тоді виконком розглядає і голосує щодо прийняття такого рішення чи відхилення такого рішення. Ну, дивіться, це проєкт рішення був від 19 жовтня. Да. Сьогодні ми маємо 15 листопада, ну вчора 14. Ну, тобто, це ще довго 25 буде днів пройшло. Ні, этот буде це навіть не, це не ще, це не той проєкт. Да, ви мені показуєте проєкт. Ага. Регуляторного акта, который висит у нас тоже на сайте, там более сложная процедура. Ще складніше. Еще больше, длинная и более долгая процедура. Я просто до чого, що коли цей проект готувався, там ціна була значно меншою на ту ж соляру. Конечно. А сьогодні вона вже там до 25, це ще один... Я так підозрюю, що знову 19 перевізників до вас прийшли з заявками на підвищення. Смотрите, ми завжди маємо діалог с перевозчиками, угу. постоянный диалог, и мы, конечно же, мониторим рынок топлива, и они даже не приходят, они начинают с утра звонить. Вы видели цену на заправке? То есть и в этот момент мы понимаем, что нужно собираться, нужно говорить, нужно иметь диалог, мы все прекрасно, и они прекрасно, общая масса, большая масса предприятий понимают, что они выполняют в первую очередь социальную работу. Так, то есть мы не можем относиться к этому только коммерчески. То есть потому что мы понимаем, что это все, любое изменение тарифа именно по перевозкам, тарифа на тепло, тарифа на электроэнергию, это все бьет по карману каждого жителя города. Мы понимаем и прорисовываем с ним определенную маршрутную карту внедрения этой процедуры. Угу. Потом нужно переступить снова же политический процесс. Понимаете? Мы просто еще поговорим. То есть это же очень важные этапы. То есть политику нужно переступить. И уже когда все доказали, что, ребята, нам очень плохо от этого,
тогда уже идет как бы снисхождение и уже происходит какое-то принятие решения. А то, что вчера на виконкомі проголосовали, это что стосувалось? Это 7 гривень будет, коли? Там де? Нет, там 7 гривень. Нема. Нема там 7 гривень. Там все, все повышение с 5 до 6. Ага. Это те маршруты, которые сейчас двигаются по 5 гривен до сих пор. Будут которые, по 6? Да, уже будут подняты до 6. А те, которые 6 ныне и пропонуются 7? Ну, там нет. В тех решениях этого нет. Это вот регуляторный акт. То есть, але рано или поздно, я так думаю, оно, скорее всего, смотрите, если тенденция на повышение горюче-смазочных материалов продлится дальше, то есть это неизбежный процесс. Эксперты нафтового рынка кажут, что да. Смотрите, это неизбежный процесс. Ну, нельзя покупать материалы. Очень интересный момент. Один из перевозчиков объяснил. Ко мне приходит налоговая и выписывает штраф на предприятие за недополученную, ну, за недополученные налоги, потому что предприятие работает себе в убыток. Вы поняли? Ну, мы должны воспринимать, есть большие предприятия, которые имеют направления более прибыльные и имеют направления социальные, да, то есть менее прибыль. И за рахунок того? Да, то есть плюс на минус, то есть управленческие движения, менеджмент, логистика и так далее, и так далее, то есть приводит к тому, что предприятие как-то существует, да, там образно. Но в данный момент на некоторых направлениях мы видим даже, что предприятие доплачивает свои деньги для того, чтобы перевозить пассажиров. То есть даже есть такие моменты. И налоговая говорит, то есть ты перевозишь бесплатно, а это же недополучение прибыли, а это же наши налоги, так на тебе штраф. Прекрасно. Представляете, даже такие феномены у нас в данный момент присутствуют. Вот, потому все базовые любят, да, говорит, базовые предприятия, то есть это те предприятия, которые действительно имеют свой транспорт, свою базу, свои мастерские, свои горючие смазочные заправки, то есть хранилища и все остальное, они имеют более, имеют право более жестко противостоять вот этому рынку, который постоянно колеблется. То есть они более стабильны, более, более прозрачны. Ну, власне, за ці роки у нас і вижили в основному великі підприємства. У нас уже немає тієї, а от та практика, коли маючи одну єдину маршрутку там. Ну, она, было... мы же их не видим на самом деле на нашем уровне. То есть мы понимаем, что они тоже есть водитель, который имеет свою, свое транспортное средство, накопил, купил, да, он просто ложится это в кого-то, в какое-то предприятие, вы поняли, да? То есть, но при этом он, ну, ну такое, не имеет особо прав. То есть, если предприятие, глобальное базовое предприятие выигрывает конкурс, то есть они пополняются, они готовятся к конкурсу, проводится конкурс, они как бы подряд, это конкурс на подряд, да, на маршруты, то образно шансы выиграть частнику, который имеет, ну, один-два автобуса, практически ничтожны. Ну, я до чого, у нас є чи вже не залишилось підприємств, ну, власне, пустишок, які не мають свого, своєї бази? Є. Да. Розуміло. Так, а що з підвищенням з 5 до 6 гривень, коли це вступить в силу? А ну, якщо мер підписав, я, допустим, ага, тобто ще... вчора прийняли? Вчора виконком должен був пройти, якщо це завізировано головуючим виконком, ну, вчора, по-моєму, Світлана Володимировна вела виконком, завізировано виконкомом, оприлюднюється вже не проєкт, а саме рішення. Да. Тобто, і це рішення дає право, це ж ще следуюча процедура, тобто перевізник, коли рішення є в ограниченому тарифі, він ще не має права перевозити по даному тарифу. Рішення, як вступило в силу, воно подається до департаменту. І департамент, як замовник перевізок в місті, повинен заключити додаткову угоду, змінити умови договору його, ну, основного, тим, основного щодо там, да, перехід тарифу з такого-то на такої.
Ну, це по часу як буде? Ну, от мер, скажімо, я думаю, Борис Альбертович не буде затягувати. Ще один момент. Для того, чтобы сменить тариф, необходимо повесить в транспортных средствах еще за 7 рабочих дней. Да, с такого-то числа. Да, будет еще объявление, то есть уведомить пассажиров. Ага, ну, коли побачимо такі об'яви. То есть эти об'яви у нас уже есть, то есть по некоторым направлениям эти же есть, то есть где там выдержан будет срок этих объявлений, я думаю, не будет задержан подписание самого решения, я думаю, что мы і не особо будемо задержувати підписання. Але ж дивіться, пане Ігорю, чи зніме це проблему, тому що там, де з 5 виконком прийняв рішення підвищити до 6, але за тими ж цінами і їздять ті, хто сьогодні їздить за 6 гривень, а вимагають вони там до 7 і навіть до 8. От, а от вчора перевізники, які збирали, скажуть, ну ще якийсь час ми протягнемо, а потім наступить транспортний колапс. Смотрите, я бы не вводил в панику вообще жителей нашего города. Говорить о транспортном коллапсе, кто у вас собирался, я вообще не понимаю. Я сегодня оговаривал, то есть любые действия власти на перевозчиков на автотранспортные предприятия и то, что вымогают автотранспортные предприятия к власти, это находится в конструктивном диалоге на данный момент. Так. То есть, вам говорить про транспортный коллапс? Мне никто еще ни разу не сказал. Понимаете? То есть мне из директоров автопредприятий еще не позвонил ни разу, не сказал, извините, я завтра не выхожу на линию. То есть я считаю, что это продуктивный, нормальный, конструктивный разговор. Если мы видим объективность поднятия тарифа, мы, конечно, идем навстречу. Если это объективно. Не просто поговорили, да, то есть вот я хочу, потому что, смотрите, нет предела совершенства. Ну, мы хотим все больше и больше. Мы сейчас можем 7, потом захотим 8, а потом где-то 15. То есть все должно становиться на чаще весов. Ну, да, с одной стороны, обогащение образно там или заработок, не будем говорить об обогащении, сейчас очень сложно об этом говорить, заработок автотранспортных предприятий, с другой стороны, это житель города, социальная нагрузка и общее социальное состояние нашего города и страны в целом, понимаете, да? Вот эти чаши постоянно нужно уравновешивать. Действительно, если мы видим, что транспортное предприятие уже находится, ну, действительно в критическом ситуации, мы не можем не пойти ему навстречу, потому что действительно это может когда-нибудь привести к разрушению направления. А тогда уже социум уже будет не важно, сколько стоит проезд, будет уже задача добраться, понимаете? И когда мы теряем вообще направление, то есть это более сильный социальный взрыв, чем поднятие немного тарифа. И вот эта чаша весов постоянно в переговорном процессе перевешивается то на одну и другую сторону. Очень сложно держать баланс. А скажіть, будь ласка, які у нас є взагалі варіанти? От на початок вересня була там 17-18 ціна за літр дизельного пального, зараз до 25. Очевидно, що навіть якщо ми звернулись до експертів нафтових, вони кажуть, не буде. Навіть якщо знизиться, то зовсім на трішки, ну так часто у нас, до речі, буває. У нас є варіанти або все ж таки тримати і не підвищувати, і тоді, можливо, слова про транспортний колапс і стануть реальністю. Ну, які варіанти? Або смотрите, підвищувати за рахунок пасажирів, або підвищувати за рахунок бюджету. Смотрите, для этого производятся определенные действия и оговариваются не заранее. Так. Ви, сьогодні ми з вами говоримо о том, що там за ближайшу неділю пройшов скачок достаточний цен, а ми вже готові с принятием решения. С 5 до 6. С 5 до 6. Снова же говорим, что заранее уже ведется процедура с 6 до 7. С 6 образно до 7. Угу. Но при этом само решение будет приниматься по адекватности действия. Вы должны себе зараз, то есть департамент всегда мы зараз должен... точно сказать, вы зараз точно сказать не можем, не можете, чи буде підвищено, чи не буде підвищено. Конечно, я не могу. То есть, во-первых, это не мое решение. Понимаете, моя задача как исполнителя подготовить. То есть мы должны делать все на шаг вперед, то, что и пытаемся делать. Мы на шаг вперед делаем возможность для того, чтобы принять это решение. Это и задача исполнителя. А уже принимать это решение, либо не принимать это решение, это находится чуть-чуть в другой плоскости, вы понимаете. Мы должны
максимально удобно и плавно подводить эти вещи и объяснять снова же пассажиру, людям, почему это происходит. Ну, в данном случае это очень легко, потому что все видят цены на заправку. А скажіть, будь ласка, можливий такий варіант? Рішення приймає виконком, всі члени виконкому є, ну, власне, політичними фігурами. Мені як політичній... Це ви сказали. Да, ні, я в цьому навіть переконаний. От, мені як політичній фігурі, ну як я буду голосувати за підвищення тарифів? А що скажуть мені виборці? А мені ж треба думати ще про наступні виборці. А не буду я голосувати, ну, за підвищення тарифів, навіть якщо це економічно обґрунтовано. Члени виконкома, хоча вчора проголосували. Члени исполкома на самом деле не всегда депутат. То есть, если вы посмотрите... Тому я и сказал про политические фигуры. Так, ну, о том-то весь и разговор. То есть, это тонкая грань. Но смотрите, у нас и, по сути, политические фигуры, якщо переступити на новый рівень, приймають и керують страной. Звісно. Ну, і дуже часто керуються, ну, у нас форма, різними мотивами. Ну, у нас форма і модель страны, вертикалі власті, примерно така ж сама. Дивіться, пане Ігоре, я зрозумів так, що з необхідністю, з економічною необхідністю підвищення тарифів ви згодні. Нам навіть немає сенсу розглядати цю схему. Чи можливо, у вас є зауваження? Ну, у мене маса зауважень по цій схемі. Давайте. Ну, давайте попробуємо. Якщо є... Ні, я просто глядачам поясню, хто вчора не дивився, буквально в двох словах, ви знаєте цю цифру. Ми взяли за основу, ну, 16-кілометровий маршрут з одного кінця в інший, я навіть отак. Наш традиційний автобус, ну, найбільш розповсюджений в місті, 19 сидячих, 6 стоячих місць, 25 пасажирів. Потім ми обрахували вартість бензину, вартість дизельного пального, амортизація, зарплата. Зараз ми з вами ще раз по цьому прийдемо. І ми прийшли до того, що для того, щоб це було економічно обґрунтовано, щоб відбити собівартість автобусу, який розрахований на 25 пасажирів, треба перевести 26 пасажирів. І це кожного разу він буде навантажений, тому що в час пік він, звісно, навантажений, але коли там вже йде простій. Ну, перевізники кажуть, що це просто нереально, і ми вийшли на те, що ціна за проїзд сьогодні має бути 9 гривень, але згідні на 8, рахуючи соціальне навантаження. Да. Ну, давайте по цифрам. Ну, я смотрю, одне дизельне пальне 2 літра. Так. Що це ви посчитали 16 кілометрів. Необходимо, ну, це, власне, необходимо затратить 2 літра бензину. І ціна 55 гривень. Тобто це ви яку ціну бензину? Ну, це виходить, брали? Що ціна у нас 27,5. 27,50. Да. Тобто на заправці я сьогодні утром на стелі бачив 24,50. Ну, ви повинні всі прекрасно розуміти, крупні основополагаючі підприємства не беруть на заправки бензину, не беруть у нефтетрейдерів, оптом. І там на даний момент нормальная цена – это 23,50. 20... Это нормальная то цена. То есть, смотрите, 47. Уже сразу же, да, мы ваши расчеты… Да, я навіть іншій маркой візьму, що було. Сразу же ваши расчеты куда-то вже дели, да. Потом я не понимаю, каким образом вы взяли амортизация 55 гривен. Ну, це знову ж таки спеціалісти говорять, в усякому разі ті, які були вчора в студії, що амортизація рахується один в один до вартості пального. Смотрите, у мене є офіційно поданий розрахунок, і ми можемо сравнити з непосредственно з топливом. От, смотрите, і того затрат, я вам показую, да? Якщо топливо у нас... Это месячный это один из маршрутов, да? Это один из маршрутов, действующий маршрут. Я примерно думаю, что он очень похож. То есть, если топливо 23 357 гривен, ну, это месячный расход, вы поняли? То посмотреть амортизация транспорта 3829. То есть, вы должны понимать, если посмотреть в процентном соотношении к топливу, ну, я приму, что именно амортизационные расходы, ну, процентов 20. От стоимости топлива. Тобто це у нас буде, ну, если 47 гривень, 10 гривень умовно. Ну, если 47 гривень, да, то есть мы... 47 на, ну, 9. Ну, пусть будет, да.
Ну, о зарплате не будем говорить. То есть я не знаю, как вы вычислили зарплату на самом деле. То есть сейчас в среднем на хороших маршрутах водитель получает 500 гривен в день, ну и меньше, там 400-350. Mm-hmm. Ну, средняя 400 гривен в день. Образно. Если водитель работает там 12 часов, то есть 400 гривен у нас делим на 12, это сколько у нас примерно будет? Ну, власне, по 3,8 десь. В час-то нет, это мало совсем. 400 на 10 это 40, mm-hmm. правильно? Ну, 30, да, то есть 30 гривен в час. Ну, да, давайте так. Ну, 400 на 10, да, на часов, да, это 40 да. гривен час, ну, еще 2 часа, то есть меньше, 35 где-то гривен час стоит в среднем стоимость водителя. Ну, и если вы считали, там, сколько у вас протяженность маршрута? 16 километров. Нет, ну, это сколько там, 40 минут, да, 35-40 хвилин. 40 минут, то есть, ну, чуть меньше. Ну, власне, десь на цю цифру. Я даже больше тут бы дал. Ага. То есть, я бы дал даже 20 гривен где-то, да. В данном случае, да. Податки, ну, считайте там, если вы снова же, откуда вы это отрывались, если податки від зарплати, то 22% податки від зарплати. Це мається на увазі податки не лише на зарплату, а всі, да. Ну, ми ж тут ще прибильні вивели, а ми вже там рахуємо якісь податки. Ага, ну, взагалі смутно. А, дивіться, якщо податки рахуються з прибутку, да. а ми говоримо, що нам навіть цього не вистачає. Тобто я, так, да, не розумію, откуда взялись податки, ви поняли, да? То есть, на самом деле. Давайте тут знак питання поставимо. Ну, какую-то цифру можете обозначити. Тобто запчасти, ну, теж аморфна какая-то цифра, непонятно. Я так вважаю, що запчастини входять в амортизацію, і ми вчора це обговорювали. На ваш погляд, запчастини входять в амортизацію, вартість їхня? Ні. То есть существует это разные. Нет, это вообще разные вещи. То есть есть амортизация, то есть действительно самого транспортного средства, то есть его в процессе эксплуатации постепенное удешевление. Вы поняли? Угу. То есть есть. И вы в итоге, допустим, проездив на маршруте 5 лет, стоимость вашего транспортного средства 0 гривен. Ну, кожен автомобилист. То есть это уже более предприятие, такая история. Да, ну вот, допустим, когда списывают коммунальные средства, вот мне приходилось за мою каденцию списывать трамваи и троллейбусы. Так вот, мы списываем их с амортизационными, как бы, конечной стоимостью 0 гривен. Хотя вот он стоит, и действительно, он может еще передвигаться, а якщо його утилізувати на металобрухт, то на ньому ще й можна і заробити, да. Ви розумієте. Тому що це за цей час експлуатації аморфні речі, то есть туди випрацював свій ресурс. Не знаю, за запчасти, ну, я так розумію, туди ж можна вписати і слесарей, или, ну, не знаю, то есть, ну, сложно мені обсуждать, как, откуда взялась эта цифра. Ну, давайте её оставим, если, ну, вы добре, хотите, не, да. Нехай буде, да. А утримання АТП, от сюди. Это вот сюда, слесаря, механіки, все, адміністрація. Ну, смотрите, это их расчеты, ну, тоже не верю, но вот так. Ну, давайте так сложим. Давайте прикинемо. 47, 56, 66, 81, 91. Ну, тут у нас знак питання. Ну, добавьте, ну, 10. Давайте 100. 100. Да. 100. Тобто, то есть, даже больше, чем вчора важно. Було 157, сьогодні, ну, з вами ми обрахували, да, на 100. Ну, зовсім різні цифри. Другая цифра, да, появляется? І якщо поділити на 25... Ну, не на 25, на 6, да, ви там ділили. Да, ну, добре, на 6 гривень, то це має бути, маємо ми перевести 15... Ну, хай буде 20, да? Да, ну... Ну, 20 – це вже 120, ви, да, зрозуміли, да? Тобто, ну, десь там 18 пасажирів. 18 пасажирів. А тепер саме головна ошибка, тобто, ваших расчетів. Да. Якщо б ви вважали, наприклад, маршрут Кривий Рог-Дніпр, то примерно я би з вами согласився. Але ви вважаєте маршрут внутрігородський. Ага. І в цьому маршруте самое главное, непонятно, сколько же людей конкретно по маршруту перевозит людей. Не, мы намагались вырахувати, сколько потрібно перевести людей, щоб відбити. Так вот, если взять примерно маршрут, который похож на тот, который вы, хотя такого я действительно не знаю, ну, нет, угу.
То есть примерно похож на базовый там 16-километровый, то есть и какие-то там примерно такого класса автобусы там работают. Я посмотрел по исследованиям наших коллег Винницкого национально-технического университета, на том маршруте, где мы оговаривали, там 2,5 коэффициент сменности салона. Что это имеется на увазе? То есть 2,5... он в одну сторону провез не один салон, а 2,5 салона. То есть еще один такой автобус, еще один автобус, еще половина таких автобусов. Вы поняли? То есть пассажиров он провез не 18, а сколько там, 25 вы нарахували. Ага. Вот помножьте это на 2,5. Так, и тогда вы получите... Хорошая жизнь получается, если так рахувати. Я вам показываю, то есть хотя бы приблизительные цифры объективности входящих данных. Потому что нельзя судить о себестоимости маршрута только по его длине. Нужно смотреть количество пассажиров, сколько он перевозит за один рейс. Пане Ігорю, є дзвінок від наших глядачів. Будь ласка, ми вас слухаємо. Ваше питання, репліка. Доброго дня. От якраз зараз ведеться розмова про пасажиропотік. І хотілося б нагадати про Кам'янське, де, наприклад, порахували реальний пасажиропотік людей під час перевезення. Виходить якраз 2-3 салони. І, вибачте, давайте порівняємо ціни в Дніпрі і ціни в Кам'янському на перевезення. Ми з'ясуємо, що, можливо, вже сьогодні, замість того, щоб вести розмову про те, що довіряю, не довіряю, вірю, не вірю, можливо, вже сьогодні зробити ціни меншими. Дякую. Дякуємо вам. На жаль, у нас зв'язок поганий. Я зовсім не зрозумів, да, але мова йшла про Кам'янське. Ви знаєте про ситуацію в Кам'янському? Ну, можливо, ви з колегами спілкуєтесь з Кам'янською міською радою. Яка ситуація? Що ви маєте на увазі? Щодо пасажирських перевезень. От в Кам'янському така ж ситуація, як у Дніпрі? Ну, я так думаю, що там на 30% теж дизельне пальне здорожчало. Дивіться, в Кам'янському, ну, я завжди не... Людина з Кам'янського, очевидно, нам телефонувала. Я зовсім не взагалі приверженик сравнювати яких-либо ситуацій транспортних з одним або з другим містом. А что то есть каждый город – это как отпечаток пальца в транспортной системе. Ну, невозможно сравнивать. Ну, например, во-первых, невозможно сравнивать с количеством жителей в городе. Правильно? Невозможно сравнивать с экономикой города. То есть мы прекрасно понимаем, что там определенное большое количество людей города Кам'янського ездит на работу в город Днепро. Так. Да? То есть о каких вообще внутренних перемещениях в городе можно говорить. Очень, если говорить о специфике города Кам'янського, очень сильно разведены левый и правый берег. То есть и микрорайон, который находится на левом берегу, то есть первый, второй, там пятый, шестой, они должны по умолчанию, ну, как это строилось в общей идее, работать на основополагающем предприятии Кам'янського, да, вы знаете это предприятие. Так вот, там было одно основное направление, вы поняли, да? То есть, но специфика там маршрута как раз без сменности. То есть, куда он едет? Он едет на огромное основополагающее предприятие. Яке, до речі, и своим автопарком володіє. Ну, вы поняли, да? То есть, сравнивать города, то есть, допустим, нас там обычно сравнивают там либо с Харьковом. Ну, невозможно сравнивать с Харьковом автотранспортную систему, потому что в Харькове существует метрополитен развитой сети. И там уже совершенно другая история. Добре, с автобусными перевозками. А вот знаете, пане Ігорю, коли заговорили про Кам'янське, про лівий берег, і щоб доїхати, наприклад, до ДМК або до Азоту, ну, це майже через все місто. Я прекрасно розумію. А як у нас будуть плануватись? У нас є маршрути, ну, власне, від Парусу до Тополя, там, Фрунзенський, знову ж таки. Ви ж повинні розуміти. Це не про... Ну, чисто теоретично, я вважаю, що такі маршрути не повинні були взагалі бути відкриті. Ага. Ви розумієте? Да? Тобто не з теорії постановки логики перевозок и логистики маршрутов, все автобусные перевозки должны пересекаться в определенных пересадочных пунктах. То есть мы не должны сквозить через пункт, да? То есть экспрессить через пункт. Почему? Потому что в данном случае направление начинает быть несоизмеримо
конкурентоспособным по отношению с мелкими направлениями. Вы поняли? То есть вот этот большой маршрут, вы ему рисуете 26 километров, а на самом деле он прибыльный, чем маршрут в 10 Звісно. Километров. Але якщо це підприємство дати йому один такий маршрут, ну і там два нерентабельні, скажімо так, ви вже згадували про це. Я вважаю, що необхідно формувати і коректувати маршрутну сеть з нормальними принципами для всіх маршрутизації. Тобто, повинні бути громадні пересадочні пункти. Слава Богу, вони у нас в місті определені. Да, то есть у нас не так много этих громадных пересадочных пунктов, и маршруты сквозить через них не должны. С другой стороны, как отнесется к этому, снова же, наш пассажир, который привык выйти с подъезда, махнуть рукой тут же, то есть до остановки нет, тут еще 200 метров до остановки идти ни в коем случае, тут же махнуть, тут же сесть и приехать, выйти под порогом своей работы, ну и, соответственно, обратно. То есть так маршрутные сети и транспортные системы не работают. Обратите внимание, как это сделано в цивилизованных странах. И дойти 10-15 минут до остановки, это нормально, но мы так привыкли. Давайте с этим бороться. Це, до речі, можна повернутися до теми, яка і вчора виникла, виміру нашого пасажиропотоку. Мені підказали, ще раз передзвонив в апарат нашу з Кам'янського, сказав, що в Кам'янському міська рада виміряла свій пасажиропоток і здавалося про те, що Кам'янське менше, ніж Дніпро, але ну, я так зрозумів, що вони провели якісь більш точні виміри, ніж проводилися. Нічого, я не знаю по поводу більш точних вимірів. Смотрите, то есть ми з вами оговаривали вообще о способах измерения, да, там і проценти погрешності цих измерений. Мені, допустим, не интересно до конкретного человека, сколько перевозит каждый автобус в единицу времени. Мне нужно интересно направление, мне нужны глобальные тобто, перемещения. Сколько взагалі людей с пункта А має прибути может в пункт перемещаться Б, в будь Б. Місто... А там эти цифры дают уже информацию или как бы данные к размышлению, что нужно сделать и как улучшить образно существующую систему. Если вы говорите об нашем исследовании, которое ну, проводилось у нас... харків'яни приїздили, нещодавно Вінниця приїздила, ну, теж проводили такі заміри. Смотрите, такого замера, который провел департамент при помощи Вінницького национального университета, в городе вообще не проводился никогда. Вот никогда этого не делали. То есть, может, кто-то когда-то делал, но данных не существует. Вчера сказали, студентов с ДІТУ наймали, які спали під смотрите, час в данном случае, то есть я могу рассказать, как это все происходило. Исследование проводилось массово за очень короткий промежуток времени. Угу. То есть мы там проводили исследование не больше 10 дней. Проводились исследования первый раз не только автобусных перевозок, а электротранспорта в том числе. Этого вообще никто никогда не делал. То есть мы сравниваем, сколько по направлению забирает себе электротранспорт, а сколько по направлению берут на себя автобусные перевозки. Потому что мы должны понимать, если я уберу автобусы, то у человека должен быть что? Запас мощности на электротранспорте. Потому что если я просто так вырежу маршрут, люди никуда не доедут. Оптимально это еще скоординувати так, чтобы людина с электротранспорта пересела на автобус, або навпаки. И... То есть мы понимаем об этом разговор. То есть этих исследований вообще не произвели. Да, действительно, Винницкий национальный университет по договору субподряда заключила договор с нашим ДИИТом. Но нельзя говорить, что там были необученные, непрофессиональные люди, которые снимали эти исследования. Там были заключены договора с профильными кафедрами и студенты четвертого курса, то есть они профильной специальности проходили практику. Вы поняли? То есть это не наняли студентов ПТУ-16 гипсокартонщика снимать пассажиропоток в городе Днепре. Через полгода этот студент полный профильный специалист в данном направлении. И он практиковался изучать транспортную систему города Днепра. Я не отрицаю, что там есть возможность оплачиваемой практики. Вы поняли? Ну, звісно. Но говорить, что мы наняли каких-то
пацанов или девочек, студенток, угу, которые спали в автобусах, это об этом даже не приходится. Ну и если бы данные случаи существовали, мы бы проводили это все по всему городу. Действительно, все маршруты и электротранспорта, и все маршруты автобусные были исследованы. То существующими технологиями, я думаю, что Facebook и все соцсети бы взорвались информацией о том, что где-то кто-то чего-то спит с видео, фото подтверждением. Я такого не видел ни одного раза. Добре, пане Ігоре, резюмую, у нас буквально пара хвилин залишилось. Отже, найближчим часом рішення вже, я так думаю, можна вважати офіційним. З 5 до 6 гривень підніметься це вже, да, на цьому на тижні, якихось маршрутах. Якщо тенденція буде рости, то я думаю, що це неизбежно. Тобто мається на увазі з 6 до 7. Це може бути до Нового року після... Смотрите, то есть еще не очень правильное такое дилетантское мнение, что повышение цены на проезд – это единственное решение. На самом деле рычагов влияния на тариф достаточно большое количество. Тариф складывается с доходной части и расходной части. Если уменьшать расходную часть, то тариф можно и прибыль оставить на том же уровне. То есть, а на расходную часть можно влиять очень большими факторами. Ну, в данном случае даже объемом закупки дизельного пального. Купите литр, понятно, вы его купите дорого. Купите 10, 20, 50 тонн, вы купите его дешевле. Потом, собственная база. То есть, все практически базовые предприятия уже имеют у себя на базе шиномонтаж. Они что, просто так это сделали? Можно, да, на субподряде где-то переобуваться. Нет. Решили вложить деньги и образно за свою себестоимость переобуваться. То есть все рычаги, которые снижают уровень затрат, это тоже как вариант удержания цены на проезд. Дякую, пане Ігоре. На цьому крапку, у нас свого часу вже не залишається. Я вдячний вам за розмову. Деякі факти відкрились. Особливо цікаво було порівняти з тим, що було наговорено вчора. Я, як завжди, я думаю, ну, важиш, ви сказали, що процес комунікації іде, в тому числі з перевізниками. Чекаємо на результати. Спасибо. Дякую вам. Дякую вам. Отже, шановні, на все добре, побачимось.